Ну, то, что это будет саппорт, читалось, наверное. А там, друзья, у нас что, получается, Миранка будет тройка. О, как. Вот так вот. Закрывают нас по пеху. Слушай, а не ФБ ли это случайно? Гранатка будет. Да-да-да. Фейта там нету. Работают. И последний удар остается. И в итоге Каталоми здесь очень качественно сделает первый килл. Встали? В основном и компании. Тут попадают на Фишмана. Фишмана там пробивают. Сейчас на разворотике на Ямича. Ямичу больно. Ямичу очень неприятно, что он делает странные мансы какие-то. Я понимаю, что не умрет, но так и в таверну. Бум, нужно разменяться, постараться. И разменивает стройка Мирана нестандартная наша, да, в этой игре. На интернешнале 19-го года, чи 20-го, чи 19-го, сейчас скажу. У нас нападает на Тоби, или Тоби нападал сначала на пеху, но приходит арму и лопает его, нажимается лассо, увезли с другой стороны Ямича. Но тут, смотри, получается, что забирают тройку, с другой стороны забирают четверочку саппорта, поэтому... Посмотрим, как с ней будет справляться, попробовать. Интенсивно нападают. Нападают на Бейтика, чтобы не хватит ли ему ХП. Нет, куда ты? И тамба еще плюс 200 падает у нас голубому. Голубой-то у нас кто? Это Миранка. Фишман, Ару, мимо, как он... Ну, в общем, забирают его. Проще заходить, может пить, я могу помочь себе. Залетает на Фишман, нажимает флеш голем, успевает дать тамбу. Нет, не успел он. Стеночка ставится тут, вейформ телепорт, но Тоби остается, друзья, здесь, конечно же. Вот так вот стоит за стенкой за своей, но его убьют-то будет минус 2. Опа, а здесь лассо, увезли Ямича, минус Ямич. Каталон пока что пинает, но не трогаю, армал, умирает, подожди. Как арма умер? Сколько там урона настакал? Возможно, под любимым... да. Бафами пытается напасть. Штормер поймали. Но без БКБ. Котаоми хорош. Да, идет вообще шикарно. Фишман выжимает. Никого быстро убить пока что не получается. Команда Team Secret Entity зря под Стонгейзами сражаются. В итоге Фишман понимает, что уже все здесь очень больно отступает. Но там кончится Стонгейз. И ну, теперь будет интересно. Ватсон полетел. Превращается у нас в Эспирит. Нажимает Ренат на пеху. Пеха получает Ару, понимает, что пахнет жареным. Разворачивается, продолжает свою атаку. Теперь бьется с Кристалисом Ватсон. Вообще просто стальные нервы у него. Продолжает сражаться, как же ногу до залетела. Превращается в Вайда. Нажимает Ремнан, заряжает Дземлейтом себя. Дземлейтом оригинальным пульсом. И вот теперь Дземлейт по пеху что, убьет что ли? Нет, выбивает фаст-промас. Ватсон просто один развлекает, слушай, всю команду, посмотри, что делает, а. Ты посмотри, что он вытворяет. Грифсы на него жмякаются, там Баратрум бежит. Но он далеко, пока добежит, уже будет все. Хана. Поймали Фишмана. Фишман! Фишман пока впитывает. Ару, фортунка. И это минус, друзья. Фишман, бочки пошли. Летит Ямич, но на этом у нас закончится. Фишман догорел, кстати говоря. Пошли работать по Рошанчику. Но и не близко, они, конечно же, против. Ямич тормозит, ты куда? Ямич получает пуржик от ШД, Ямич фолс промас, на него даже нажали, смотри, стунгейзик. Умирает там бум у нас, очень красный пупеха. Ямич вроде спасается, да, у нас? Нет, не спас, все-таки там урон был в него большой, залит, и он отправляет таверну Кристаллис, таким Мистик Снейк отправляется, мана ему заливает, но мана кончается, друзья. Ватсон будто бы перебивает, но минус Штормер. Кристаллис продолжает сражение, но мана все уже кончилась, на пупеху нападает Ватсон. Ватсон продолжает биться, пошли массовые у нас байбек, Кири все еще пока живые, но без маны Медуза ее можно убить, ее забирают Entity, Ватсон на Морфе играет очень и очень достойно. Таоми, Пуржик на Ямыча. Тот разгон, как же медленно разгоняется, да? Тормози, братан. Тормози. Чего? Ты видел этот урон? 26 число, через 5 дней начинается лето, уже там еще 6. И сегодняшним считать, Фишман умирает или нет. Да, забирают его. Кристаллис, но он лишился, друзья, половины маны уже, если что. Не сейчас кончится Стонгейз. Ватсон его превращается у нас как раз-таки в Медуз. Смотрите. Так, разворачивается на Кристаллиса. Пошел, там линки сбиваются. Кристаллис пока что занимает позицию хорошую, удобную для него. Бум в таверне, минус 2. Бум направляется на 90 секунд таверну, охренеть. Ватсон, пошел, вперед, давай. Помчал. Армала увидели, то у вас просто поменяется. Он... Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Мистик Снейк полетел от Ватсона, ворованный, на которого Медуз превратился. И теперь можно ловить Кристаллис, друзья. Посмотрите, что происходит. Он просто раздирает их всех. Морфу сделать ничего не могут. Пеха держит фейтедикт, нажимается монта, снимается фейтедикт. И Кристаллис остается без маны, все. Это минус Кристаллис будет. Ну, это нечто.
Ватсон, как же он играет на метаморфе в этом файте. По отзывам зрителей, всем, ну, большинству понравилась эта квалификация Last Change. Ну и продолжает Ватсон пинать. Вейфор на лоу-граунд поставили, там будет, значит, будет драться. Значит, будет драться в Ямич, убегая просто, куда же ты пошел, сбирает Ямич, нажимает хорошенько, нажимает хорошо вакуум, кристаллик нажимает Сунгейс. Он пока не умер в порядке, но Ватсон, смотри, и закрывают третью сторону. Все. Мега крипы, друзья, есть. Сейчас, через 10 секунд, у нас Тундра, что ли, играла. Так. Штормер. Остановили Ямича. Ямич это сделал невразумительное. Он сколько раз уже, да, ловили его на этом пурже ШД. Он опять на те же грабли наступает. Мимо ШД пробегает и тормозит. Вот, ребята, мурок, да, как легко и просто братрум жизнь спортит. Берите ШД и все. И портите жизнь ему. Потом мы нажимаем БКБ, все в порядке. Выживает. Бум. Бум, нужно быть осторожнее. Полетел Стонгейс Кристаллиса. Бьет боль. На Каталоме он съел. Смотрите, ну это Каталоме. А вот сейчас ворвется Ватсон. Прожимается фоспром, снимает лосо. Ватсон превращается в минус также. Вакуум ее обратно. Мана кончается. Так, Кристаллис. Какое-то время нас еще впитывал, но заканчивается. Медуза. И это, друзья, GG, потому что рапира валяется. Медуза без байбека. И 1-0. И это в итоге у нас будет ВРК, конечно, тройка. Что не метово, но это старая, старая, очень добрая ВРК тройка будет. Раньше так часто делали. В пабликах сейчас такое часто делается. Да, ВРК. Ну, вот не берет. Смотри. Что из Каталоми выходит. Вот так вот. Интересно. Тут можно его задолжить тычку. Вот так вот. Подсует Сидик. Красотища. И один нолик, что, кстати, очень важно, забирает себе ФБ Штормер именно. Последнего петушка. Очень было опасно. Пришел Каталоми. Может попробовать на Ямич напасть. Он нажимает суицид. Да. Бомбу тоже положил по нему. И в итоге Ямич падает. Но приходит Армал. И здесь сейчас могут сделать первое убийство Team Secret. Получится ли? Не получается, потому что там приходит Штормер. Друзья, сейчас могут все посыпаться вообще. Здесь у нас Entity. Армала нашли. Катается Штормер. И накрывает еще и Армала. Но это просто... Ватсон побежал за Ямичем. Копья в него залетают. Ямич неприятно. Там бомбу накидывают к Каталоме. Рулин Тандер будет. Инферно Блейд. Поздно. Все, уже полетел Рулин Тандер. Добивает Ямича. И теперь нужно бума фокусить. А здесь ресурсов, конечно, хватает. И это Ватсон, кстати, получает даблкил. Так он с пангетом тоже что-то можно придумать еще. Но вот с этим лансером пойди придумай, блин. Нападает на Верочку у нас. Татосик нажимает. Работает Рулин Тандер. Еще разочек. А привязать бы постараться. А не... А вот сейчас можно. Да-да-да-да-да. Красотища, Тоби. Он выдержку просто дал королевскую здесь. Забирает арму у нас. Каталоми пытается уйти. Есть на него сетка. Спиритов. И ВП. Сейчас как бы спириты и панды, мы в них верим, что на идее что смогут сделать. А есть же еще бэтбумы, как бы, да. Ну что, очень близко, Мюстик Флэйр, бам-бам-бам. Каталоми. Так, Шторм продолжает у нас кататься. Минус Каталоми. Кто бы там ни был, братан, сейчас секундочку. Одну кристаллик запрыгивает на Штормера. Штормера трапа нет, не взорвется. Он в итоге отступает отсюда. Фишман получает дум. Там тычки снова, да, обалдеть мощно. Падает Фишман очень быстро. Убивает его. Бумочка ловит. Бум. Допель. Бум. До свидания в таверну. Это происходит размен 2 в 2. Но там два саппорта. Здесь саппорт и тройка. Все равно так или иначе. Плюс ВРК от него не сильно отстает. Да, с пикой ВРК. Такое нечасто увидишь. Но вот, ой, как, ой, какая. Ой, какая красота. Обалдеть, ёк-макарёк-то. И суицид, да ну, неужели убиту не смогут его забрать? У него, кстати, не зря всего лишь есть. Браво, Армал, обман противников. И мудийные, медийные, медийная личность. Вот он мне нравился раньше, особенно, что кто-то более спокойный стал, что ли. Кристаллис БКБшка катается. Кристаллис. А телепорт сбить, пацаны, неужели нечем? А Тосик, ну, улетает. В общем-то, красавица у нас. Там убивает Папи. Минус Пупей. Бума поймали. Бум. Пошли. Пошли на бума, тут нажимают грифтики. Старается уйти. Шекл не самоудачный, продолжает его бить. Бум, неприятно, но и бума накрывает. Упрыгивает пока что Кристаллис, ну и теперь дальше можно идти на работу по лучшему Т3. Арму поймали, арму минус. Забирают его. Ватсон, ну... Блин, с Ватсоном и с Пьюром они по-разному совершенно играли. С Пьюром у них вообще была одна дуда, с Ватсоном совершенно другая. Здесь нажимает стамба, полетели суицидики, стамба пока что стоит. Сбоку там Ватсон уже начинает напрыгнул на этого Ямича под Гейлфорсом в эрочке. Но Кримсон подождет, позволяет Ямичу пожить. С другой стороны, минус 2 уже сделали, минус 3.
На Сейнте оформляют, минус 4, и вот Ватсон, друзья, все переживает, он делает ультракил. И на тройку там в некоторых моментах. А с Матумбой там все-таки игра строилась, ну как ЕГЭ, Шпифая, через Артизи строилась, тут через Матумбу. Так, драка начинается, пытается пик пробить, полетели копья. Фишман, флеш, голем работает, катается, штормит, наводит жесткую суету. Очень Ватсон бегает, просто бьет своими людьми героев, наводит еще более жесткую суету. Умирает там у нас бедный Фишман. Опять импала все утьмы, кстати говоря, что забавно. Но это, друзья, еще не конец. Копья от Ватсона летают без остановки. Ну и Ватсон просто прогоняет противников. И вторая. Так, Ватсон залетает на Бума. Бума привязали. Бум минус. Кристаллис суицид нажимается. Лупить Кристаллиса можно. Прожимает БКБшку, отступает. На безопасное расстояние. Все, ушел. Ватсон. Ватсон. Все вроде в порядке. Там кучу манку понажимал и пошел опять драться. Ман теперь есть. Можно клацать до пеликопья. И он стоит 3 сейчас один здесь на базе. Но ему пофигу, он будет биться. Он с Аегисом, ничего страшного. Это лансер, он может жить. Один в ВС-5 драться спокойно. Это для него не проблема. Под фонтан можно также пойти. Да и жаль, сегодня день будет рэмпаж под фонтаном. Сегодня такое уже было в матче OG Liquid, друзья. GG по без попеха. И рэмпажа под фонтаном, наверное, все-таки не будет. Ну что, 2-0. Секреты у нас летят на всех парах. Первым просто в вагоне паровоза этого во второй дивизион. Летят пока что. Конечно, не вылетели еще, но 1-4. Вот. А Entity делает у нас 2-3.